Без погон удостоверение отказывается предоставить. Говорит, что... А вы кто? Старший помощник прокурора города Потапова Надежда Сергеевна. Она за дверью сказала... Отлично, я смотрю, вы при погонах, в отличие от вашей подчиненной. У нее дело в том, что китель просто в кабинете. Это нормально. Рубашка с длинным рукавом, она носится без погон. Сверху китель просто одевается. Жарко, она быстро добегала к вам на прием, скинула китель. И удостоверение тоже с длинным рукавом не носится? Это вас они собрали в китель? Это вы виновник тоже стал. Не скрою. Есть такое, да? Есть такое. От меня прокурор дважды убегал, как минимум. Не только помощник. Так, они сейчас теперь не выйдут, они теперь вас боятся. Не-не-не, ша-ша. Будьте добры, предъявите, пожалуйста, удостоверение. Я вам не обязана предоставлять удостоверение. Я сижу в форме. У вас форма без погон. Я удостоверение вам не обязана показывать. Я женщина жаркая. Бывает. Вы обязаны писать. Я не обязана писать. Веселая женщина. Мне нравится. Да. Юморить. Меня дети любят за это. Я требую вызвать ответственного. Я вас слушаю. Да. Я вам уже назвала себя. Ну, назвать это недостаточно. Я хочу увидеть документ. Так, понятно. Вы выйдете из кабинета, Опять ушла, пошла за удостоверение. Прохожу. Да, прошу прощения, выйдете. Ушла, выгнала из кабинета. Вы меня примете? Выходите. Опять выгоняете? Примите. Проходите. У вас там что-нибудь пропадет, потом скажете, что я украл. Из кабинета опять пришлось выйти. Прохожу. Извините, я нахожусь в форме. При погонах, но без удостоверения. Ну, это слова, мне нужны документы. Что такое? Вы все без удостоверения ходите? Принесла удостоверение, держала в руках, не показала. Ушел, ничего не сказал, трубку не берет. Ага, фамилию назовите, пожалуйста. Я обязана представляться, да? Да. Трубку бросил. Прокурор отсутствует. Кабинет закрыт, трубку не берет. Три человека в очереди, дежурного прокурора нет. Так она дежурный прокурор. Она обязана с 9 до 11 присутствовать. Девушка, а можно дежурного прокурора? Так звоните. Так вот сколько дозвонились? Трубку не берут. То есть вы мне запрещаете вести видеофиксацию, правильно я вас понял? Сошлитесь на норму права. После звонка Хмавова. Ну что, сейчас решим вопрос. Вот, другое дело. Звонок Хмавова, и все пошло. Культурно, вежливо, спокойно. Время показал. Так, советник юстиции. Вот, уже другой разговор. И в чем суть вашей деятельности? Тяжкое преступление, возможно, убийство, возможно, причинение тяжкого вреда здоровью. Как вы сказали, все для людей? Да, тронулся. Да, по-моему, все уже тронулись. Они камеры боятся? Они всего боятся. А самое главное – правда.